И последнее. Самарские спортсмены взяли сразу несколько призовых мест на чемпионате мира по вертолетному спорту. Для женского экипажа сборной ЦСКА ВВС Самара это уже третья победа на мировом первенстве. Наша съемочная группа встретилась с абсолютной чемпионкой Еленой Прокофьевой на аэродроме. В воздух не поднялись, день нелетный, но о небе, соревнованиях наравне с мужчинами и правильном выборе профессии поговорили. В самарском филиале аэроклуба ЦСКА ВВС более 20 летательных аппаратов. Махины Ми-8, самолеты Як-54 и Ан-2. И, наконец, 8 вот таких Ми-2. Их еще называют школьными партами. Созданные для гражданских целей, сегодня их в основном используют для обучения. Летчики говорят, учился на Ми-2, сможешь летать на любом вертолете. Положение от вертолета в пространстве прибора показывает высоту. Скорость, вот тут два высотомера, один радио, другой барометрический, и курс полета. Елена Прокофьева 20 лет назад решила прыгнуть с парашютом. С выбором попала в самую точку. В аэроклубе сразу заметили ее данные и желание учиться. На самолете там на пилотаж можно полетать, если на Ан-2, это там парашютистов побросать. А вертолет – это вертолет, он другие задачи выполняет. На чемпионате мира в августе спортсмены соревновались в 4 дисциплинах. Навигация, полет на точность, развоз грузов и слалом. Соперниками для российской сборной стали спортсмены из Австрии, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Китая. Экипаж Елены Прокофьевой и ее напарницы Людмилы Косенковой смог подтвердить свой чемпионский титул и доказать – конкурентов нет. Среди женщин практически нет, поскольку сейчас женских экипажей очень мало. Это в основном наши российские. Иностранных было тоже мало. А вот с нашими ребятами, конечно, интересно соревноваться. Мы тянулись-то в основном за ними. Ну, и, видимо, поэтому, на самом деле, и отстояли свое звание. Мастерство спортсменов все самарцы могли видеть совсем недавно. Авиашоу на набережной в честь празднования Дня флага. Над Волгой на вертолетах Ми-8 проходит мужской экипаж. У штурвала Виктор Каратаев, капитан российской сборной. В общей сложности на мировом первенстве его команда завоевала 5 золотых, 1 серебро и 2 бронзы. Мы с Владимиром Зябликовым заняли второе место абсолютное. Я думаю, что это получилось супер просто, потому что если бы мы, может быть, заняли первое место, это, может быть, было бы немножко и не так вообще для вертолетного спорта, что достойно занял Максим Сотников первое место, а у нас было второе место. А для Елены Прокофьевой это было последнее выступление в нынешнем составе команды. Первый пилот Людмила Косенкова завершила спортивную карьеру. И теперь армейцы ищут второго пилота для чемпионского экипажа. Нина Ванина, Алексей Вельмискин. Новости губернии.